Всем привет! Сегодня у меня яблочный пирог. И этот пирог настолько прост, что вы будете удивлены этой простотой. А насколько вкусный, посмотрим тогда, когда испечем этот пирог. Что для этого нужно? Для этого нужно то, что у нас есть, опять же, в нашем огороде в избытке. Это яблоки. Возьму яблоки. Дальше. Стакан муки, стакан манной крупы, стакан сахара, 100 грамм сливочного масла, разрыхлитель и ванилин. Вот такой натюрморт. Что делаем? Все объединяем. Стакан сахара, стакан манной крупы и стакан муки. В эту же массу добавляем ванилин и разрыхлитель. Все перемешиваем. Перемешиваем очень тщательно. Полученную сухую смесь возвращаем в стаканчики, но уже не в 3, а в 4. Итого, что мы имеем? 4 стакана сухой смеси, те же 100 грамм сливочного масла, все те же яблоки и 1 лимон. Яблоки очищу от кожуры и натру на крупной терке. Натерла цедру с лимончика. Натерла яблоки. Смотрите, сколько в них железа, потому что это они домашние. И даже уже сок лимона не поможет. Цедру лимона высыпаю в яблоки. Выжимаю лимон. Пол лимончика. Разложу яблоки на 3 части. Форма обильно смазана сливочным маслом. Это манная крупа. Ну а теперь все очень просто. Высыпаем содержимое первого стакана и очень хорошо распределяем его по дну. Можно это сделать вот так. Это будет первый слой. Выкладываем яблоки равномерно по всему сухому слою. Распределяем очень хорошо по дну и немножечко прижимаем. Далее высыпаем второй стакан. Распределяем по яблочному слою. Выкладываем вторую часть наших яблок. Распределяем. Осталось 2 стакана сухой смеси и порция яблок для того, чтобы сделать еще один слой. Итак, поехали. Насыпали
Распределили. И еще один слой яблок. Хорошо. Распределили. Прижали. Сок вылили. Остатки сладкие. Так, яблочки сочные очень. Вот такая красота. Ну, посмотрим результат. Я готовлю этот пирог не первый раз. И засыпаем. Вновь нашей сухой смеси. И ее распределяем. Поверх сухой смеси у нас с вами осталось сливочное масло. Закладываю всю поверхность замороженными дольками масла. И сейчас это все пойдет в духовку. И подождем, что у нас получится. Результат не заставит себя долго ждать. Вот такой интересный пирог. Прошло ровно 50 минут. И мой пирог готов. Температура 180 градусов. Режим вверх-вниз. Вот такая прелесть. Присыпаю его сахарной пудрой. Красавчик. Сейчас мы посмотрим, что же там внутри. Хрустящий. Прелесть. Ну как вам? Хрустящая корочка шикарнейшая, а внутри какая нежность. Слои. Сейчас я буду это пробовать, хотя я это уже 10 раз пробовала, но красота. Что ж, будем дегустировать. Очень вкусно. Очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Всем пока-пока. Всем до новых встреч. Балуйте себя вкусняшками. Пока. В наших садах. Яблоки, и сливы, и виноград, и все, что угодно. Всем приятного аппетита! По моему очень хорошему другу по Ютубу Светланочке, канал Хуат Джадида, проживающий в городе Киев, огромное большое спасибо за рецепт предоставленного изумительного пирога. Спасибо тебе огромное, Светлана! Заходите к ней в гости, смотрите ее интересные рецепты, а какой она готовила пряничный домик на Новый год. Это просто сказка. Вы посмотрите и захотите испечь точно такой же пряничный домик. Она рассказала о своем пряничном домике очень подробно и показала нам ее работу. Впереди Новый год, и, возможно, это кому-нибудь понадобится. Всем удачи, всем добра, всем пока-пока.